Те, кто точно знает, как важен продуманный бренд, собрались за круглым столом. Здесь дизайнеры, пиар-специалисты и общественники. Многие из спикеров вошли в рабочую группу, которая курирует создание логотипа Самары. Их профессиональное мнение для властей города важно услышать. Мы ждем как можно большего количества интересных предложений, интересных дизайнерских разработок, потому что мы в ходе обсуждения поняли, что на самом деле Самара настолько многогранна. С этим соглашаются и специалисты. Самара – город непростой в плане смыслов. На ум приходят сразу несколько символов – космос, промышленность, инновации, Волга и звание запасной столицы, деревянная архитектура и, наконец, знаменитое жигулевское пиво. Так какая она, современная Самара? Вопрос пока остается открытым. Перекресток путей, Самара космическая – это объединение каких-то смыслов. Вы знаете, даже не важно, будет ли он очень хорошим, этот логотип, или нет. Главное, что люди его сделают вместе, общими усилиями, по-честному проведут эту процедуру. Если о смыслах, которые лягут в основу логотипа, еще предстоит договориться, то план действий для рабочей группы уже есть. Задача номер один – провести широкое обсуждение, на котором сами самарцы определят главные ценности для своего города. Логотип – это не просто какой-то рисунок. Если мы с вами хотим, чтобы он жил, мы должны понимать, что это инструмент коммуникации. Инструмент, при помощи которого город рассказывает о себе своим потенциальным туристам. И, скажем так, знак, под которым горожане будут встречать туристов и к чемпионату мира 2016 года, и вообще. Выводы экспертов и общественников лягут в основу технического задания для создания логотипа. А представить свою версию символа на конкурс сможет любой желающий. Эксперты отберут лучшие варианты, а народное голосование определит победителя. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.